Больше овации. Да? Ну что ж, дорогие друзья, первые два этапа подошли к концу. Итак, вы приготовили свои ладоши. Вы уже определились, какой из петушков понравился вам больше всего. Сейчас, внимание, мы будем... Молодцы, 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 замечательные болельщики, отлично. Ну давайте, чтобы все было честно, мы будем по очереди вызывать сюда к нам на сцену петушков, да? И мы будем дарить им свои аплодисменты. Чем громче они будут, да, тем больше шанс у того или иного петушка выиграть приз зрительных симпатий. Вы готовы? Костеревский культурно-доступный центр. Отлично, спасибо. Дом культуры города Покров. Итак, Вольгинский культурно-досуговый центр. Отлично, отлично, спасибо болельщикам. И я приглашаю на сцену петушка из культурно-досугового центра Петушинского сельского поселения. Петушок из культурно-досугового центра Пекшинского сельского поселения. Ну и также не жалеем ваши ладоши, культурно-досуговое объединение Нагорного сельского поселения. Наших петухов спуститься со сцены вниз, потому что сейчас для вас выступят наши самые маленькие, но очень талантливые артисты. Под ваши аплодисменты мы проводим. Встречайте, детская хореографическая студия «Капельки».